Занятия йогой прямо на берегу Волги проводят для первых гостей нового тура выходного дня «Тур де пляж». Москвичка Екатерина Подчуфарова говорит, что выбрала эту программу из-за близости к столице и возможности качественно отдохнуть именно в выходные дни, не тратя отпуск на дальнюю поездку. И своим выбором осталась довольна. Очень интересный многогородный город с красивыми набережными, что прям очень было удивительно. Очень разные, красивые, большие набережные. То, что много сделано пляжа пешей доступности. Очень красивые виды. Мы поднимались горы в штольни, вообще замечательно. Их запускали воздушных змеев, что тоже сокнулись в детство, прям суперское. В первый день тура гости посетили Ширяево, поднялись на гору Стрельную и гуляли по штольным. А во второй день стали первооткрывателями новой оборудованной пляжной зоны отеля, где они остановились. Для туристов подготовили шезлонги с зонтиками и полотенца, фотозону и барную стойку, мастер-классы по катанию на сапсерфинге. Очень много запросов было именно на благоустроенный пляж, чтобы с детьми можно было прийти, расположиться на шезлонгах, отдохнуть, покупаться. И мы, по сути, пошли навстречу нашим туристам, которые приезжают, обратились в правительство Самарской области, в городскую администрацию, нас поддержали. Это проект, который сегодня открылся, это проект хорошего государственно-частного партнерства. Программа выходного дня «Тур де пляж» – одна из пяти, которые составляют большой туристический проект «Открытая Самара», реализуемого компанией-перевозчиком, региональными туроператорами при поддержке областного правительства и городской администрации. Гости прибывают в Самару на поезде, а затем распределяются по интересующим их направлениям. Существует особое внимание и желание посетить регионы России. Несомненно, Самарская область здесь занимает особое место на их карте. Ну и уже не первый существующий год бренд «Самара. Город-курорт» – это тот бренд, который мы активно развиваем. И вот созданием таких специальных пляжных зон, еще более комфортных для наших гостей, тому подтверждение. В минувшие выходные в Самаре отдыхали гости по программам «Тур де пляж» и «Поезд на пленэр». В следующие выходные город посетят любители самарской архитектуры и Жигулевских гор. А 22 августа в Самару приедут гурманы, чтобы попробовать волжскую кухню. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.